Программу представляет магазин «Все для Apple Fresh Store». Да, деловая аннотация. Здравствуйте, меня зовут Ксения Шамова. Сегодня у меня две современные книги, которые дополняют друг друга. Одну книгу мне подарила подруга, с которой покоряли австрийские Альпы на горных лыжах, путешествовали на велосипедах по побережью Средиземного моря, устраивали европейские каникулы и покоряли столицу России. Вторую книгу я приобрела, когда стала изучать вопрос баланса между работой, семьей и саморазвитием. Джессика Уотсон «Сила мечты». История Джессики Уотсон, совершившей кругосветное путешествие в 16 лет. Только представьте, 210 дней одна в кругосветном безостановочном путешествии и в режиме нон-стоп вела видеодневник, где рассказывала о своих ощущениях. Отправилась из Сиднея, обогнула 2 мыса, 3 океана, пересекла экватор, перенесла 4 сокрушительных удара. По завершению путешествия ее поздравил премьер-министр Австралии. И вот теперь, по мотивам этой книги, Netflix собирается снять полнометражный фильм. Когда будете читать эту книгу, поразмышляйте, какие навыки или, как сейчас говорят, скиллы помогли ей добиться результата. Вторая книга Катерины Лингольд «Ты просто космос». Практикум по agile жизни, наполненный смыслом и энергией. Автор себя называет девочкой, которая бежит впереди паровоза. Ей все интересно. После 3 класса она сдала экстерном и пошла в 6. С 14 лет училась в Российском институте, получила 3 высших образования, затем уехала в США, продолжила обучение и организовала первый стартап. А в 23 года стала самым молодым вице-президентом мировой аэрокосмической индустрии. Она загнала себя в тупик, доказывая себе и окружающим, что она что-то может. Цена гонки – выгорание. И она серьезно заинтересовалась планированием, цель которого – не потерять себя в бесконечной гонке за успехом. В чем суть agile-планирования? Давайте расскажу на примере. Возьмите сейчас листок и ручку, напишите 3 цели. Первую, связанную с личным развитием, вторую – с расширением и укреплением связи с другими людьми, и третью, связанную с карьерным ростом. Каждую неделю устраивайте трекинг прогресса и в конце сессию рефлексии. Делайте выводы и затем недельный перерыв. Подытожим. Планирование, реализация, анализ и подзаряд внутренней батарейки. Спринт каждые 3 недели. Благодаря спринтам меняется жизнь и становится гармоничным во всех сферах. И помните, у каждого свой путь. Себя надо сравнивать только с самим собой вчерашним. Каждый из нас готов к большим целям, успехам и прожить полноценную, гармоничную и счастливую жизнь. Сегодня мы познакомились с 2 книгами про мечты. Сформировали краткую пошаговую инструкцию по реализации целей и жизненного баланса. Намного больше вы сможете прочитать уже в книгах. Книга Джессика Уотсон «Сила мечты. Возрастное ограничение 16+.» Книга Катерины Лингольд «Просто космос. Практикум по agile жизни, наполненный смыслом и энергией. Возрастное ограничение 12+.» Да, деловая аннотация.